Зай, слушай, у тебя нету знакомого какого-нибудь честного, вот, хорошего бухгалтера? Катюха. А ты не мог бы ей позвонить? Мне надо с ней проконсультироваться. Так а как я тебе... Как я тебе в тюрьму позвоню, Наташ? Ей еще 2 года сидеть. Зай, ты не спишь? У-у. А чего, у тебя мама в Африку уехала, что ли? Ты что, вообще, что ли? А чего? Вот по новостям только что показали. В Африке обнаружена сибирская язва. Иди ты, блин. Пока ты сидишь на своей работе, каждую секунду кто-то открывает пиво и стучит по столу воблой. Задумайся. А если украсть товар 1+1, это как будет считаться? Что ты украл один товар или два? Че, вообще? Не, я просто спросил. О, и как такой фуфлон большой? Наташ, я пойду вискарика возьму. Так, стоять. Послушай, тебе не надоело, а? Да каждые хочу. Выходные вот этот твой вискарик, да все должен, наверное, каждый... что-то менять в жизни. А, я знаешь, что там нашла? А это что у тебя такое? Водка. Ты нормально, мы только что с тобой поговорили. Да ты же сама сказала, надо менять что-то. Я взял вместо вискарика водку. Вот. Мужики, а я вам так скажу. Настоящий джентльмен никогда после себя не оставит грязной посуды. Картошку и котлеты он ест прямо со сковородки, а суп из кастрюли. Ты что опять опаздываешь? Что время-то сколько? Договорились же. Слушай, перестань, а? Я опоздала всего лишь на полчаса. Вообще-то красивые девушки очень часто опаздывают. Так-то, чтобы ты знал. Так-то это понятно, Наташа. Да ты-то что опоздала? Ты что, офигел, что ли? А я вообще предлагаю 8 марта перенести на 29 февраля. Не, ну а что, мужики? Раз в 4 года это можно вытерпеть. Все, не переживай. Мы ведь с тобой наш танец отрепетировали. Все, беги на сцену, выступай. Если что, на меня смотри, я подсказывать буду. Солнышко мое побежало. Гордость моя сейчас выступать будет. Давай! Я что-то не поняла, ты же вроде худеть собирался. Я ем салатик. Какой салатик? Ты смешал мясо, колбасу, макароны, грибы, еще и майонез взял. Я ем салатик!